пирог снова на нашем Камском живописном берегу. Сегодня мы проведем тест горелочи. Чтобы не задерживать ваше время, я сейчас запущу процесс, потом расскажу, что происходит, как, зачем и почему. Тестить будем на время, за которое закипит вода, будет в котелке. По две такие вот кружки буду заливать на двоих, да, чтобы время поменьше уходило. Буду засекать время на каждую горелку. Я представлю вам две горелки сегодня, и мы каждую сделал экран поярче, чтобы было видно. Значит, запускаем секундомер. Запускаем секундомер и начинаем работать. Все, время пошло. Так, вот мы запустили одну из горелок, вторую мы запустим, чтобы время у нас не отсекать после этой уже. Сейчас я вам про нее расскажу. А, сначала про условия. Видно, что у нас солнечно, погода, ветерок дует небольшой. Температура у нас сегодня 0. Видно? 0 градусов. Такая вот горелочка. Видно, значит, что баллон у нее подсоединяется сбоку. Горелочка имеет лепестки для защиты пламени от ветра, ножки. Ну, в общем, смотрим, что получится. Время мы засекли. Все, вперед. А я вам пока сейчас расскажу про другую, про вторую горелку, которая будет теститься. Вот такая горелочка ленинградской фирмы Rockline. Вот так она раскладывается. Значит, вот. Баллон подсоединяется сюда через шланг. Значит, горелочка мультитопливная. Она может работать как на баллоне, так и на жидком топливе, на бензине, например, керосине, соляре. Вот. Жидкое топливо заливается вот такой баллон специальный, который идет в комплекте. Вот так. Значит, здесь в чем отличие и положительная черта. Здесь топливо поступает по такой трубке и проходит сразу через пламя еще. То есть оно поступает уже дополнительно подогретым. Это большой плюс, особенно при работе в отрицательных температурах. Мы ее попробуем как на газу, для сравнения вот с этой горелочкой, которая у нас чисто газовая, да? И попробуем на жидком топливе, на бензине. Все, пойдем посмотрим, что у нас делать. Процесс идет там, ветер дует, правда, но лепестки защищают пламя хорошо.
здесь во льду что-то шумит постоянно. Такое ощущение, как будто там еще потоки идут. Боюсь, как бы не обрушился он лед. Солнце-то греет хорошо. Подогревает берег, где темные пятна есть. Переходничок еще прикрутить, вот такой переходник для баллона, для газового. Теперь такой же баллон можно подсоединить весь, она будет работать. Прошло уже 9 минут прошло, пока никаких сдвигов, только пар пошел. Немножко со временем, она у меня давно уже используется, не первый год, наверное, третий или четвертый, и пески со временем начинают как бы хуже держаться вокруг в заданном положении, сами раскрываются. Солнышко, конечно, смягчает последствия низкой температуры на газ, но видно, что не очень-то. Расскажу немножко пока про газовый баллон, который там используется. Вот такой баллон там стоит сейчас. Корейский. Написано вот здесь. Made in Korea. Ничего толком по параметрам не написано на нем. Только, как всегда, меры безопасности. Туда-сюда, значит. 220 грамм стандартный баллон. Вот такой. То есть я взял два вида баллонов, которые наиболее распространенные в магазине. Вот этот и еще один, потом покажу попозже. А что попозже-то тянуть? Сейчас покажу. Вот, значит, цанговое крепление, как и здесь колпачок предохранительный, чтобы где-то не нажать его во время транспортировки. Все, вот такой же баллон стоит на горелке сейчас. Этот баллон мы поставим на мультитопливную горелку, когда ее будем тестить с газом. Специально взял два баллона полные, чтобы были как бы равные условия. Сейчас второй баллон покажу. Совсем плохо что-то греет. Второй баллон вот такой, довольно-таки известная фирма, Кавея называется. Значит, здесь что у нас? Памятка имеется в виду, как всегда, Made in Korea. То есть тоже сделано в Корее, хоть и под фирменным брендом. Так, дальше. Здесь еще есть. Вот есть такая надпись еще. Значит, что баллон от минус 10 до плюс 35 используется. Вот. Наглядно и посмотрим. Также 220 грамм. Все стандартно. Так что. Цанговое крепление, предохранительный колпачок. В общем, ничего необычного. Посмотрим, как себя поведет. Вот если видно, начинает пар из подсвечки выходить. Но это только пара, это еще ничего не значит. Градусник на снегу лежал. Температура до минус 2 опустилась. Не знаю, как видно здесь. Так, вот до минус 2 опустилась температура. А, ну где-то, я думаю, температура минус 1.
нужно держать руками. Времени прошло 16 минут с лишним. Видно, да? Но я думаю, до 20 минут подождать, а там уже все. Иначе мы с вами другие не успеем протестить горелки. Интересно вообще, конечно. Многие же надеются на газ. Здесь, конечно, ветер играет очень большую роль. При ветре очень сильно теплопотери. Очень сильные большие. И тулка от самого. Горелки. Скоро растает все. Вода поднимет. Что у нас здесь по времени? Последняя минута пошла, 19:07. Тишина. Вот у нас время 20:31, 36 уже. Смотрим, что у нас в котелке. В котелке тишина, видно, да? Никакого намека на кипение. Поэтому снимаем горелку с теста. Все. Не прошла. Прошла. Вылили водичку, загасили горелочку. Сейчас я вам про нее расскажу. Пока будем следующую горелку тестить, подробнее расскажу об этой. Наливаем воду, 2 кружки. Вода готова. Так, этот он стоял у нас на горелке. Его снимаем с этого. Вот этот тоже новый. Это горелка мультитопливная, которая. Она только спичками поджигается. Спичками, зажигалкой, то есть у ней. Итак, по нулям. Поехали.
тоже есть плохой. Может спичку задувать. Ветер еще. Сильнее было, он открыл. Взялся нормально. Да, ставим. Все, процесс пошел. Горит стабильно, в принципе. Хорошо так. Как я говорил, у нее положительный момент в том, что топливо поступает подогретым. И еще один момент, кстати, очень важный. На этой горелке, на чисто газовой, такого делать нельзя. Здесь газ сжиженный в баллоне идет. И баллон должен находиться в чисто газовой горелке или так, в таком положении. Вертикально или в горизонтальном, но не может быть вот в таком, вверх головой, потому что газ выливается из него и не горит, вернее, как горит, горит неправильно, он может вспыхнуть здесь прямо таким облаком, в отличие от этой горелки, мультитопливную горелку можно газ перевернуть, поставить на голову. Что мы сейчас, кстати, сделаем? Это чем хорошо? При низких температурах газ хуже испаряется, хуже переходит в газообразное состояние. Ему надо подняться по шлангу, затечь, и вот там он только разогреется и нормально перейдет в газообразное состояние. Из жидкого. Поможем ему немножко. Смотрим. Вот усилился шум горелки. Слышно, что газ пошел более интенсивно. Работает нормально, стабильно, все хорошо. Так, сейчас, как я и обещал, расскажу про эту горелку. Вот такая горелочка, значит. Горелка такая. На газу. Газ подсоединяется вот здесь, цанговое крепление у него. Вот так. Здесь ручка регулировки и пьезоподжиг. Открыли. Вот так вот. Так вот она работает. В этом ее простота. Но, как я говорил, газ может только горизонтально быть здесь. Он не подогревается, видно, да? Вот это я о чем говорил, что когда газ переворачиваешь, он начинает вытекать просто жидкий газ. Все. Вот так. Летом хорошо себя зарекомендовала горелка. Летом к ней вопросов нет. Но зимой, как видите, за 20 минут даже не вскипятила водичку. Да. А как называется? Перекресток семи дорог. Смотрите. Вот 6 минут прошло, уже пар начинает появляться на горелочке. Вот у меня юные зрители уже тут пришли. Вот горелочку тестим сегодня, показываем. Можете вот здесь пройти, посмотреть. Вот это. Вот у меня два типа горелочек. Такая и такая. Это чего? Вот он перенесет, похоже.
показывает сейчас людям, как тарелочка вот эта за 20 минут даже воду не скипятила вообще. А это сейчас 6 минут прошло, вот уже пар пошел. Я думаю, минут за 15 это точно скипит. Интересно, да? Какая-то скипятывается, конечно. Можно же вообще собираться, допустим, какие-то походы ходить. Я бы очень частенько один с тобой. Можете присоединяться, если интересно. В комментариях пишите, может что-то еще захочется. А вы все время на камеру снимаете или где-то еще? Я везде снимаю, где путешествую. А вы живете на здесь, да? На камере здесь просто самое красивое место. Не ходит пока еще. Рано. Вы вернетесь? Давайте. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ставьте лайки. Вот так. Прямо на ходу собираем подписчиков. 9 минут прошло. Пока тихо. Несмотря на то, что тарелочка открытая, то есть ветер также ее поддувает, но результат, я думаю, лучше это здесь будет. Очень, конечно, большой плюс дает вот этот перевернутый баллон. Газу не надо подниматься вверх, испаряться. Он просто вытекает и нагревается уже в трубке. Если еще сделать экран защитный, то будет еще быстрее закипать. Но мне неохота это делать. Охота посмотреть, как они будут работать именно в тех условиях, в том виде, в каком их выпустил производитель. Хорошо на солнышке. Деньги такие люблю. Один раз с мужиками на рыбалку ездил. В такую погоду. На зимнюю. Первый раз. Понравилось здорово. Сидишь, рыбку ловишь. Красота. Пара, думаю, закипит уже. Пар так нормально идет. Пузырьки начинают появляться. Так, сколько у нас по времени? Смотрим. По времени 14 минут. Так что я думаю, уложимся. Видно, как ветерок подует, как видимо жар и сдувает сразу, меньше жару и пар послабже идет. Вот видно, пар идет. Води закипело уже. Да, все, вода кипит. Видно, да? Так. Время. Время 16 минут 55 секунд. Что пить? За 16 минут вода вскипела. Ну, за 17, ладно. Смотрите, как крышка много играет роли. Только крышку снял, кипение сразу
значительно уменьшилось. Так, сейчас чаёк заварим себе. Любимый мой чай, пуэр. Вот такими блинами бывает. У меня вот тут осколочки есть, его крошишь, можно понять, что... Сейчас догорает тот газ, который еще в шланге. Вот я здесь перекрыл, но в шланге этот газ еще остался. Вот так. С этой тарелочкой мы без чая не остались. Сейчас остынет. Остынет, тогда я уже бензин подключу. Я же еще обещал на этом баллоне показать. Чтобы не перецеплять, переходить, покажу на этом же баллоне. Так, ну что? Начнем. Итак, ноль. Запускаем баллон Кавея. Поехали, старт. Все, работает. Два вида, вот тестим два вида баллона. Я не помню, я же их не считаю. Мне главное снять, показать.
Сколько их там? Смотри. Он уже чаек заварил. Сами зачем занимаетесь? Футбол. Вон же. Там 4 года. Ладно. Ничем. Реал! Реал? Сколько ПСЖ? Потому что от Сусянова на нос Ибрагимович меняется местами Ибрагимович за Реал, а Роналдо за ПСЖ. Понятно. А там еще легендарная двойка. И Мария, и Кусянова на ПСЖ будет. Правильно, человек должен. Да, кстати, по цене, правильно? Люди спрашивают. Вот такая горелочка сейчас по цене, наверное, рублей 900 стоит. Вот, у одного уже обморок. А цена упала. Тогда я его лучше про эту цену не спустить. Сколько? Эту я покупал еще за 3 с копейками. 3 тысячи с копейками. Не я помню точно. Сказать, что это... сейчас она, наверное, 1400 стоит будет. Зато помогает, когда вот эта горелка не справляется, это, как мы видим, справилась. Да и разница снизу нет. Да. Вот здесь я вот уже на камеру говорил, здесь вот на газу можно, и можно на бензине ее. Там смотрите, шумит что-то постоянно под льдом. Как бы он не рухнул? Да он рухнул, так ровно и рухнул. О, уже пар пошел. Сколько у вас видео по времени? Какой периодичности? Нет, смонтируют мне именно видео. Долго ли вы снимаете? Всяко, смотря какая тема. А у вас есть хотя бы 10 тысяч подписчиков? 25. Сколько тысяч подписчиков? Важно, главное, чтобы людям интересно было. Кому-то интересно смотреть. Смотрят. Ну и вон горят. Ходи, отошел. Уже с миллионом тысяч. Приходи, подошел. Дверь там. Должен быть. Монтировать видео умеете? Ну посмотрите. Это вам судить, умею я, не умею. Зрителям судить я никогда не берусь. А говорить, что умею, не умею. А вы на цифру? Всякие же, всякие разные звуки, они будут ваш голос там использовать. Но. А вас слышно, когда вы говорите сейчас? Да. Вот нас слышно, да, сейчас? Ну, вас не очень хорошо, конечно, слышно. Я, если слышите, что я погромче разговариваю. Ну, мы что же хорошо говорим? Громко так. Сразу. Если вы хотите снимать сами, не надо думать там, есть у вас оборудование, нет оборудования. Ну, есть сотовые телефоны, смартфоны, есть там какие-то камеры. Да, то есть можно обычный телефон снять и потом просто залить? Конечно, не проблема. Да почему? В школе там все не известны, школьник. Максимум, если школьник набирает, максимум школьник может набрать. Меньше 20 тысяч. Ну, у меня на канале есть человек, как бы, ну я не у меня на канале, я у него подписан. У него сын в школе снимает про игры, правда, вот они играют. Игры-то... Про игры он снимает. Ну, и все. Там, скорее всего, школьник зависит же не от того, не смотрит на возраст. Интересно. Кто снимает, а зависит интересно. От того, насколько это интересно, да, видео снял. Насколько интересно, полезно для других. Прочее. Очень полезная штука. Здесь холод не пропускает, а здесь тепло туда не пропускает. Это что, подкопник? Да. Подкопник.
подожди, сейчас покажем. Так, поднимай. Так, вот видно, что кипит у нас здесь. Сколько получается? Сосиска на пахнет. Сейчас посмотрим. Здесь по времени. Сосисками пахнет. Сосисками пахнет? Да. Это потому что котелок от дыма на костре. Так, 11 минут. За 11 минут? За 11 минут. Еще быстрее. Еще быстрее, чем на том баллоне. Значит, это сколько? Вот это маленькое. Тот на 16. А, маленькая не вскипела вообще, если помните. Значит, фирменный баллон себя все-таки оправдывает. Побыстрее на нем получается. Давай уже кипит. Потому что, когда крышку открываешь, она сразу это... Холод. Много тепла уходит оттуда. Вот так у меня помощники появились. Новые. Остынет, поставим на бензине. Чего проще, разложить камешки, налить бензина, поджечь и все. Вот человек предложил камушки разложить, налить бензина и поджечь. Не, ну не на голой так земле. Так бензин сгорит. Бензин сгорит, а вода не вскипятится. А подзевать надо. Тогда без волос останешься. Так, по времени у нас 0. Запускаем время. Так, стоп, перезапуск. Так, где мы там? Время пошло, работаем. Работать уже.
разогреть воду. Сначала надо разжечь. Разогреть, вернее, правильно. Еще раз. Всем пока. Ну, мы, помощники, уходим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Видео еще не кончается. Только, ну, я желаю, чтобы вы ставили лайки, подписывались на канал. Что так от себя-то говоришь? Мы все желаем, чтобы вы подписывались на канал, ставили лайки. И скоро появится новый... Не знаем. Но это очень интересно. Так что смотрите всегда. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вам всем желаем. Все желаем. Видео. До свидания. В свою очередь хочу спасибо сказать своим новым друзьям. Думаю, не раз их еще увижу здесь. Мы любим гулять. Вот. Давайте счастливо, ребята. До свидания. До свидания. Тоже хороший девайс для похода, термокружка. Сколько времени уже прошло, а чай у меня все еще теплый. Вот так вот. От ветра даже руки мерзнут. Нормальный такой ветерок. Вот так работает горелочка мультитопливная на бензине. Косяк был у нее только от производителя. В этом месте, где шланг подходит к горелке, вот здесь вот, там штуцер стоит металлический. Пришлось перетачить его, дырявый он был, топливо там проходило. Пусть производитель обратит на это внимание. А так все работает прекрасно. Такая красота кругом у нас. День солнечный, хороший. Пузырьки пошли уже. Думаю, через пару минут, наверное, закипит. Там вороны вон по льдинам скачут. Рыбу ловят, наверное. Сейчас покажу вам.
Там льдины, торосы стоят. Нагнал льдин. Они там, наверное, рыбу собирают. На ветре катают, подпрыгивают. Катаются на ветре. Ветер встречный идет как раз. Так, как там наша горелочка поживает? Смотрим. О, пар уже идет. Кипит, что ли? Идем посмотрим. О, кипит. Сейчас еще немножко дадим времени, чтобы железно закипело. Смотрим. Вот. Нет. Только крышку открываешь, перестает кипеть. Ладно, пускай закипит, хорошо. Все-таки без крышки очень большие потери идут. Очень большие. Ветер очень сильно тепла, много, очень сильно уносит тепло. Смотрим время. Тринадцать минут. Четырнадцать минут. Так, снимаем баллон. Снимаем котелок. Здесь есть одна особенность. Чтобы перекрыть доску, погасить горелку, вернее, нужно перевернуть баллон вверх головой. Вниз головой. Вверх ногами. Почему? Потому что заборник топлива стоит вот здесь, находится вверху. Если когда мы его переворачиваем, то топливо ниже заборника получается. Выгорает то, что у нас есть в шланге, а потом горелка сама тухнет. Все. Ждем. Между тем, пока подведем итоги. Значит, самый плохой результат у нас показала вот эта вот наша лепестковая горелочка. Вот такая. Хотя летом она дает нормальные результаты. Мне нравится летом ее использовать. Но зимой это самый плохой вариант. То есть на зиму только мультитопливная горелка. Газовый баллон турецкий у нас дал на ней
16 минут. Баллон Кавея, который по параметрам заявлен до минус 10, дал нам 11 минут. И бензин 14 минут. Хотя обычно бензин бывает быстрее кипятит. Почему здесь можно? Может быть из-за ветра. Ветер больше стал. Ну что, ну вот такие параметры. Выводы сами делаете. Так, температура. Температура. Ну температура также и осталась на снегу минус 2. То есть где-то сейчас минус 1 градус есть. Так вот. Все, кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь. До встречи!